Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаю вашему вниманию очередной бой в режиме 2 на 2, карта Пролом. Так, со мной в команде сестра Синлос. Вот, собственно, я, Маник Дедшот, играю я за ворков. Против нас GL. Y за космодесантников и за имперскую гвардию у нас играет Чеппи. Ставлю я наперед казарму, чтобы как вспомогательную турель его использовать. Сразу застраиваю точку переднюю. Бой получился совсем неплохим. Сразу три генератора у нас ставит гвардеец. Так, видим, ставит оружейк у нас GLY. Для чего пока неизвестно. Бегу я своим механиком и рубаками, чтобы снести хоть какую-нибудь точку, замедлить течь. Вот он застроил точку, а я его снесу. Минус 100 голды, 100 влияния. Бежит своими имперцами тут помогать Чаппи. Прокачала огнеметы, тут у разведчиков пытается сжечь моих орков. Но я продолжаю тут бить точку. Теряю своих рубак. Успел выйти один. Удается мне снести точку. Вижу еще одними рубаками, присоединяю сразу туда механика. Ну тут вижу, что турель поставил он, и отбегаю назад. Видим, тут две пачки сестер битв у сестры. Вот что-то мне это не нравилось, не очень. Видим, что неправильно поставил пехотный штаб тут, имперец. Надо было его впереди поставить, посадить туда имперцев. Также он пополнил своих имперцев на полную катушку. Может, гранатометы будет делать. Оружейку поставил, прокачал огнемет. Ради этого стоило поставить оружейку. Видим два огнемета. Это тоже огнемет у космодесантника. Ну, тем временем я застраиваю тут агитки, застраиваю генераторы. Надо было быстрее выходить в Т3. Заказал я тут шутов, пачку шутов на всякий случай, чтобы отстреляться.
а не бегать с этими бомжами-рубаками. Не застраивает свою реликтовую точку у нас сестра. Ну, пока идет течь. Наконец-то решил застроить на 6-й минуте, почти уже на 7-й минуте свою точку реликтовую, сестра. И точки при этом не качает. Видите, вот последнюю точку я прокачиваю. Видим, тут космодесантник тоже не любитель качать экономики. Попробуйте без денег поиграть. А вот имперец шарит. Шарит, да не все шарит. Все бы отлично, только вот пехотный штаб смущает. И пополненные гвардейцы смущают. Притом им... что и гранатометы не сделал, а делают, делают, только плазменный пистолет сделал, поставил 6 генераторов, отряд селестянок, 2 пачки отрядов сестер битов. Начался у меня переход в Т3. Прокачал 2 точки у нас, а 1 точку только космодесантник. Не вижу я командора у него. Кстати, да, нету его. Наконец-то в Т2 перешел. Поставил храм бога машин. Тут близко к стене не самая лучшая идея поставить, строить вообще любые здания. Лучше вот сюда выше ставить, потому что я мог подвести сюда самолетов и расстрелять эту постройку. Видим в Т2 уже имперец начинает строить тут штаб механизированных войск. Покачал плазменные винтовки у гварды. Если он пехотный штаб тут поставил бы, была бы какая-нибудь оборона. И можно было где спрятать пехоту. А так, сами по себе гвардейцы очень слабые. Вот он поставил свой штаб механизированных войск и сразу начал переход в Т3. У меня прокачался Т3 и пошли сразу древние орки флажгиться. Пока первая пачка идет, видите, ресурсов маловато, чтобы сразу все заказывать. Ну, 3 отряда селестянок делают. Ну, много пехоты — это хорошо, сказал гвардеец с 3 василисками. Ну, по идее, правильно, селестянки — это самая лучшая пехота у сестер.
Вот сестры битвы. Зачем я их не делаю никогда? Я лучше сделаю лишний отряд селестянок, машину наказания, святую. И побежал. Вышел у меня варбосс, прицепил я их древним оркам, механика прицепил. Начинаю прокачивать их. Спрашиваю у сестры, ты готова? Тут начинает обстреливать своими василисками уже гвардеец. Вышел в Т2, начал заказывать своих василисков. Поставил, прикрыл их тяжелым вооружением, чтобы самолеты какие-нибудь не приехали, не прилетели. То есть... Ну, не отвечает, но я понимаю, что он понимает меня. Двигается. Пишу ему кол. Сначала хотел пойти на космодесантника, давить дальше, но так как получил сразу от василисков, побежал на имперца. Надо было уничтожать этих василисков, иначе вся наша пехота просто в хлам. Фарш, наверное, превратился бы. И ни на что не обращаю внимания. Сначала с нашего тяжелого вооружения, которые сзади стоят, так как они больше нанесут урона. Второго сношу. Бегу и третьего сносить. Терять своих тяжелых вооружений. И теперь уже разбираюсь с василисками. Одну пачку древних орков я потерял. Варбосс побежал в ближний бой. Хотела очень много пехоты я тут, но без этого никак. Быстро уничтожают тут селестянки и глайдер. Так, заказывают у нас танк хищник, космодесантник. Никакого Т4 не будет по ним. Начинаем расстреливать эту главную базу. Бежит у меня новая пачка тут древних орков. Зажал их космодесантника с двух сторон. Начинаю расстреливать его пехоту. Напугал тут варбосса его танк. Видите, в Т4 успел выйти уже имперец. Удачная идея была напасть на него сразу. Успевает скинуть ту плавку у космодесантника имперец. Но это уже обычное затягивание времени. Снова неприятно потерял я пачку древних орков, потерял механика, варбосса. Ну, хищника я не могу уничтожить.
Тут нужно было филистянкам подойти и уничтожить его. Круги наматывают своим хищникам. Пишу сестре, сделай больше селестянок, пожалуйста. Ну, сделал отряд сестер битв тут. Заказал новых древних орков, заказал тут бронебойцев, точнее не заказал, они стояли у меня тут на прикрытии на базе от самолетов всяких. Я всегда за орков, когда делаю бронебойцев, оставляю на базе, чтобы тут самолеты всякие не прилетали и не сносили генераторы, точки. Пока отбегают, тут расстреливают почти всю пачку моих древних орков. Ну, хищника тут встречает у нас селестианки. А я разбираюсь с какой-то с терминаторами. Достраиваю точку тут, которую захватил. По две точки у нас сестрой поделили, но она реликту не захотела брать, так как долго ее брать. Тут строителям куда он побежал, вообще непонятно. Скидывает дредноутов, которые быстро уничтожают с селестянками. Вышли у меня бронированные главари. Космодесантник слит, все, вышел из игры, остался имперец, который тут пытался застроиться. И теряет главку. Теряет свой пехотный штаб. И на этом все. Такой вот бой. Давайте счет смотреть. Семьсот семьдесят пять по армии набираю я. Синлос набирает 720. Чаппи набирает 240. GLY набирает 246.
81 убито мною, 64 потеряно, 8 уничтожено здание. Синлос. Убито подразделение 37, потеряно подразделение 51, уничтожено здание 15, потеряно здание 0. У Чаппи у нас убито подразделение 56, потеряно подразделение 55. Уничтожено здание 0, потеряно здание 17. У GLY убито подразделение 59, потеряно подразделение 63. Уничтожено здание 0, потеряно здание 6. По ресурсам топ-1 занимаю я. Самый технологичный у нас Синлос. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Буду рад. Всем удачи!